ребятки, сейчас покушали fish and chips, очень вкусненько. Еще домой забрала. Нам будет в инстаграме фоточки. Weatherspoons. Микрофончик что-то потерялся где-то в сумочке, наверное. Проводочек есть, микрофончика нет. По Бонмасу, Бонмас. Weatherspoons, lovely. Так, ну вот коробочку тут взяла с ресторанчика. Это или кафешечка, или ресторанчик. Вот рыбка. Рыбка с бобами. Была большая рыбка. Была из этим. Как они пиз переводятся? Пиз. С горошком рыбка была. И с чипсами. Первая маленькая. Купила себе, главное. Сейчас вам расскажу, что произошло. Там сейчас немножко ночной бонус. Сейчас 9.25, уже 9.25. Ночная жизнь Бонмаса. 9.25, ночная жизнь Бонмаса. Так, сейчас мы быстренько перейдем. Тут желтые такси, как в Нью-Йорке. Yellow taxis. Девчонки гуляют, мальчишки гуляют. Отдыхают, радуются жизни, слава Богу. Чтобы везде был мир, везде настал мир поскорее. Вот. Сюда придем завтракать, тоже сюда же. Завтра придем на завтрак обязательно. Вот, наверное, English breakfast будет у нас. Пройдемся по вечернему. Здесь близко будет, но ничего отсвечивать не видно. В общем, все получилось. Я думаю, ну закажу как бы уже вечерок поздноватенько. Закажу маленькую рыбку. Small fish. Лоситан классная. Для рук не закрыто, мы завтра зайдем. Так, вы видите, Лоситан, такое туристическое место, покупать кремчики, варенцы. Если подойти ближе, видно, ну, конечно, это только витринки. Кремчики, Лоситан и Кларис, не видно отсвечивать. Думаю, ладно, уже поздно, не буду. Закажу себе маленькую рыбку, как бы small fish, с чипсами и с mashy peas. Как бы помешанные, можно просто garden peas, можно просто горошек, а можно смешанный такой mashy peas, как бы mashy, подтолченный, как mashed potatoes, как пюрешечка, такие горошки подтолченные. Вот, покажу вам красивые цветочки. Beautiful flowers here. Две корзиночки. Вот скейтеры тут у нас. Велосипедисты. Ночной бон. Ну, вечерний ночной. Ну, как бы вечерний. Сейчас только 9.30. Уже будем отдыхать. Ну, путь не очень длинный. 3 часика. It wasn't too long drive. The drive was 3-hour drive. So it was alright. Yeah, I will find the microphone bit. The bit of microphone fell over. Sorry. Такая. Посмотрим на квар, как тут нам сквер показывает площадь. Welcome to Bonmas. Карта. Здесь находится сквер. Как рыночек такой ночной, like market, evening market for tourists, tourist attractions. Как он умело на скейте. Так,
и Макдональдс на завтрак еще недалеко здесь, если завтра или послезавтра какой-то день перекусить. Вот такой классный Дэн, знаете, Дэн. А, это Гарден. Гарден это сад. Это пабик. Ой, давайте зайдем. Как классно. Смотрите. Как мне нравятся декорации эти. Beautiful decorations. Гарден. Вау. Beautiful. Декорация интересная. И цветочки такие. Garden Bar. Very nice. Так, ребят, я тут, мы, значит, вам ложек покажем, где мы были, что видели. Я думала, что за Дэн, а это Garden. Garden Bar. Так, будем идти прямо. Да, в общем, заказала эту маленькую рыбку. А там, знаете, как вот маленькой рыбки иногда бывает, ну так жуешь как-то что-то на концовочке, жуешь как-то жующее какое-то такое, знаете. В общем, треть рыбки какая-то не такая, не такая, в общем. Я думаю, я жаловаться, ладно, не буду. Можно было сказать как-то на концовочке, но что-то чуть-чуть не то. В общем, она окей, но, знаете, треть рыбки не съедена. Пожевала и выбросила. Думала, что это такое? Я же голодная. Чипсов особо не хотелось. Там, ладно, перезакажу. Заказала большую рыбку, но здесь ее не съела. Уже думала, чипсы не хочу. Спрашиваю, сколько меньше? How much does it cost to have less, to have large fish? How much is it to have large fish without... Так, тут магазинчики. How much is it to have large fish? Without chips. Говорю, без чипсов сколько стоит? Она такая девушка говорит, а заменить, может, на бобы, говорит, заменим. Говорю, а может, на какие-то грибы? Mushrooms. Она, ну, как-то рыба с грибами как-то не это, не практикуют. Ну, у нас все смешивают, знаю. У нас все, что хочешь, можно. Бывает на столе у нас в советские времена и постсоветские мамуля и курочку наготовит, и рыбку, все, что гостям, кто что хочет есть, и курочку, и рыбку, знаете, не только там рыбка с картошкой, одно блюдо, один выбор. И, в общем, что получилось, покупаю вот эту большую порцию рыбки, конечно, я ее не съедаю, половина рыбки, половина бобов осталась, забираю себе, чтобы ну, завтра еще достоит ничего. Достает, скушаю на снэк, на перекус. Автобус. Да. Все, перейдем. Что там? Там как бы толпа людей потом. Что перейти? Денек плюс. Плюс, наверное, было 30, да, до 31 на воду ходила. Плюс 31 в жару. А сейчас, может, плюс 25-24, конечно. Это. В шортиках мне тепло. Тепло в шортиках, не холодно. Думаю, наброшу кофточку. Так, может, уже 22 или 20. Так вот, и поэтому я не голодна. А еще купила за фунт 25, везет спунс. Такой чаек. То есть кофеек один покупаешь за фунт 25, а потом заполняешь, сколько unlimited. Бесконечно, безлимитно можно заполнять. И я такая купила сразу капучино. Потом я его перезаполнила, на его половинку выпила, начал половинку найти частичкой. Потом его заполнила мокко. Это шоколад с кофе. Потом я ее заполнила чайком. Можно, в общем, unlimited полностью. Полностью можно безлимитно заполнять. И вот этот чаек. А с рыбки еще остался лимон. Они рыбку подавали с лимоном. Так я еще лимон в чаек. Еще взяла три чашки, три пакетика чая взяла. Взяла три пакетика чая, чтобы
как-то у нас, нам только по одному выдали, можно еще просить, будем просить и чаек, и кофеек, там выдали как бы для начала. Мы что-то с собой не взяли, надо, я обычно беру с собой там пачечки чая дополнительного, пачечки кофе. Как-то не взяли, как-то спешили там, ну, за вещи думали, главное вещи быстро собрать. Не взяли. Ну, ничего. О, тут тоже такой. Барчики. Свежая пицца, можно сюда прийти на пиццу. Были бы только средства. Отельчик Наджелу вышел за 3 дня 200 фунтов. Это считается хорошая цена, но если поделить, это где-то 68 фунтов за ночь, за 3 ночи. Получается, в среду мы добирались, к 4 приехали, выехали где-то в 11:45. Приехали где-то к 4, но мы останавливались, обед, ланч у нас был, цветочки в темноте. Можно их на свету найти. Был у нас ланч там. Так спокойненько, так знаете, не спеша, без напряга. Так классно. Ну, где-то, ну, наверное, 3,5 часа в общем езды. Ну, плюс остановочка. К 4 добрались. Очень классно. Вот. И очень этого того стоит, потому что, знаете, всю весь год работаешь. Пашешь, трудишься, напрягаешься. Но когда же-то должен быть отдых. И смена обстановки, смена декораций. Когда, знаете, отпуск очень заряжает. Вот съездил в отпуск совершенно обновленный, освежившийся, да, после отпуска. Сейчас будем видео не длинным делать. Вот они, цветочки тут. Такие шикарные в ночном Бонмасе. Юг Англии, Бонмас. О, вот, подсветили нам, классно. А здесь тоже, видите, британский флаг. Red, blue and white. Белый, сильный, синий, красный. Цвета британского флага. Ну, я думаю, так, может быть, и специально цвета британского флага. Может быть, и нет. Может быть, так, совпадение. Просто такие цвета, может быть. Ну, я думаю, не случайно. Думаю, специально в цвете британского флага. British flag colors. Вот, так шикарно. Все. Сейчас это видео не будем задерживать. Вот. Сейчас поставлю сюда коробочку, чтобы не упала. Выключу и пойду на вторую часть, кому интересно. Сисленько, ребятки, дохожу до отеля.